Так, давайте посмотрим куда-нибудь сюда. Лучше? У меня не лагает. Вот я смотрю. У меня вообще не лагает. Специально дергаем камерой. Отлично. Что ж, ребята. Теперь вернемся в начало. Да что ж ты за... Почти как кино, да? Что ж, начнем. Для записи. Итак, всем привет. Сегодня мы будем знакомиться с такой игрой, как Пяти. Поехали. Графика, мягко говоря, зашкаливает. Это вам 23,59, прям как у меня. Хорошо, можем приближать. Она тут... Так, а за сколько сейчас она стоит? Все, давайте смотреть. Какая-то порванная картина. Мой голос, можешь ли ты слышать его? Мой знак, можешь ты прочесть их? Конечно, могу. Вот я, видишь, даже сейчас этим занимаюсь. Я ждала вечность. Или я буду ждать вечность, чтобы ты пришел ко мне. Нет, это у нас демка, так что мы будем в нее играть. Так. Ну, как я понял, надо ее рожу собрать. Порванную. Пока что максимум, что я могу смотреть, это на картины. На них какая-то абстракция нечеткая. Тут явно давно не убирались. Хозяева были или очень больными, или очень зависимыми от таблеток. Скорее всего, это был он. Так смотрит, как... Ладно. Я только не понимаю, нафига здесь вот эти вот... Ромашечки, они совсем не подходят. Хотя это одуванчики, но это не важно. Медвежонок. Я с ним не могу ничего сделать. Посмотрим в окно. Ничего. Ладно, идем дальше. Только... Привет, Мухолов. Будем говорить тише. Все-таки. Мы чем-то занимаемся, что-то расследуем. Банан. Сигареты, ключи, вроде как жвачка и шоколадка. Привет, Аволи Голас, это Пяти. Демочка. Ну, ясно. Не знаю, что я ищу? О, слушайте, смотрите, отпечатки рук. Уже нравится. Ясно. Ну ладно. Двадцать три пятьдесят девять. Пока ничего нового я не наблюдаю. Лампа. Отпечатки рук. Да, на отпечатки рук это хорошо. Ладно. В чем прикол? Возможно, я что-то не нашел. Давайте более внимательными быть. Хотя я не особо понимаю, как в это играть. Я просто прошел по комнате. Идем дальше теперь. Куда идем?
Я могу туда зайти? Нет. Работают только стики, больше ничего. Никого. А что будем строить на отложенные кирпичи? Светлое будущее. Надеюсь, мы придем к нему когда-нибудь. Отлично. А что, дверка-то закрыта? Вот раз, и кто-то мне в лицо кидается. Нет, смотрите, нормально. Я к тебе, друг. Все, ты успокоился? Будь внимательный к мелочам. Ладно, я буду. Как-то приблизить. Я могу вот так вот нажать на правый стик и... В дверь постучали. Видать, там кто-то есть. Это или спальня, или ванная. Ну, мне так кажется. Эта игра может и твой голос воспринимать джойстиком. Прикольно. Слушай. Опа, а где картина? Слушай, тебе интересно? Что это? Ничего. А, вот она. R3? Ну, приблизил. Мой голос, мой знак. Ясно, понятно. 23:59 по-прежнему. Чё там открыто? О, уходим. Уходим. Жутковатая игра. Идем дальше. Слышите звук? Давайте шарить везде. Самый прикол, что жутковато этой игрой делают именно вот то, что я сейчас вот всматриваюсь в каждую фигню. И скорее всего, в один из таких моментов на меня что-то выскочит. Что я ищу? Я ищу обрывки картины, если они есть. Я ищу какие-то подсказки, если они есть. Я всматриваюсь в завтрашний день. Управдон с требованием заплатить аренду за второй год выскочит, черт. Как все ужасно. О, что-то новое. Не? О. Действительно, что-то новое. Самый прикол будет, если будешь ходить остерегаться, и в итоге ничего не случится, и хэппи-энд, да. Слушайте, я нашел лицо. Ошметок. Я молодец. Так, а может на потолке что? По сути, все, что я могу, просто ходить по комнате и искать какие-то отпечатки. Кто тут долбится в ванной комнате? Или в спальне? Я хочу узнать, кто. Но пока я смотрю отпечатки. Может, на руках что-то. Может, где-то ошметки, осколки какие-то. Отвечай, Алиса. Это Алиса, ребята, это Алиса. Хотя, ладно, давайте заменю пока. Пока не поздно. Done. Вернемся.
Ищем, пока ничего не находим. Нет. Вроде никто не долбится. Долбится. Дай я к тебе зайду. Дай успокою тебя. Давай. Ну как хочешь. Так. Ладно, нечто ноющее у нас там заперто в комнате. Он очень не рад. Я в первый раз в это играю. Ребят, давайте без... без спойлеров. Угу. Я не хочу так проходить, я хочу пройти сам. Идем дальше. Слушайте, вообще везде может быть. Я нашел под каким-то... Двадцать 59. Эта вешалка слева все время мужика напоминает. Привет, Риф. Так, больше я здесь ничего не вижу. Вешалка слева. Ладно, сейчас найдем. Так, можем, может здесь какой ошметок валяется? Валяется. Два ошметка осталось, или три. Время остановилось, и вообще, где это ты очнулся? Нужно срочно звонить агенту Малдору. Да непонятно, где я, что я. Пока что пытаемся хоть что-то найти. Вот здесь 100% что-то должно быть, вот где-то. Какой-то ошметок. Но его нет. Есть. Так, может где-нибудь в оконной раме. Один ошметок не в игре. Не в игре. Настроечки. Оф, English. Что это? Уберем полностью. Ничего. А, сделаем получше. Вертикаль. Пэк. И чё? Ой. Ну ладно. Понимаешь, ты меня даже этим заспойлерил. Ну ладно. Чё-то он у меня задергался резко. Как будто кто-то сзади меня толкает. Сейчас. Бу! И не бу. Так, давайте проверим тетку.
Давайте проверим тетку. Так просто? А, нет, одного кусочка нет. Одного кусочка нет. Одного кусочка нет. Сейчас будем искать. Осматриваем все углы. Помните, я нашел одну где-то в кривом косом месте. Дальше. Ладно. Не выпускают меня. Ну и хрен с ним. Может, в пиджаке там? Нет. А дверку-то закрыли. Давайте только... Такие счастливые. Правда, у него глаза такие, как будто он маньяк. По лицу видно. Нашел. Знаете, я полностью нашел, собрал картинку. Но мне это как бы не сильно помогло, честно говоря. Открылась ванна. Тараканы. Ладно, ладно. Так, неужто Алиска пройдена, да? Занята, сказала она и закрыла дверь. А, ну интересно, интересно. То есть я здесь все-таки не один. Сзади. А-а-а. Ладно. Так. Тараканы бегают, он, смотрите. Спереди. В нее надо играть солнечным утром. У меня ночь, я решил поиграть. 23:51. Ты такой эмоциональный. Я просто... Ты, походу, в Южной Америке. Да нет. Игра, да, логику в дребезги ломает. А-а-а, какие звуки. Там какая-то хрень в
в раковине шевелится. Это эта дура, что ли, плакала? Слышь? Такое ощущение, что вот этот вот друг ее убил. Вот реально. Хотя я постараюсь потише говорить, нас все спят. Будем говорить таким голосом, чтобы не привлекать лишнего внимания. Да он не с усиками, ты видел его глаза? Больной человек. Собственно, одна из причин, почему у меня нет смысла играть в хорроры, они не пугают. Но мне интересно их было просто пройти. О! Лан говорит, ребятки, я спать. Давай-давай. Что ж, меня приглашают в ванную. Я, пожалуй, дойду. О, фонарик. Берем. И на выход. А там сейчас скорее дверь закроется, да, всего. Ну давай. Ну ясно. Вода капает. Тараканы. Дырка. Сквозная. Хотя что-то мешает. Такое ощущение, как тут кто-то смотрит. Хотя... А, уже не смотрит. Ладно, раз тараканы туда лазят, значит... Вам поможет туалетный утенок. Активный. И пассивный тоже. Что ты такое, чудовище? Я так понял, это эмбрион. Ладно, выходим. Ясно, понятно. Это каменное лицо стримера. Там под раковиной туалетная бумага. Просто достань ее и отдай ее в чат. Ребят, я же говорю, мне в хорроры играть. Ну реально, посмотрите на его глаза. Он... Я его просто насквозь вижу. Это не эмбрион. Но это какой-то мутированный.
Мне, говорит, памперсы, пожалуйста, и валидол. Не вопрос. Дам. Мадам, вам плохо? Голос явно женский. Пойдемте узнаем. Дырка есть? Или она тут? Подождите, в ванной дырка была. Она или здесь, или там? Если логически размышлять. Ладно, пофиг на логику. Это игра. Двести четыре восемь шесть три. Ребят, запишите, может это важно. Look behind you. Оглянись. Опа. Никого не вижу. Ну ладно. Таракашки. На этом лук бихан я чуть богу душу не отдал. Здорово, здорово, удачного прохождения. Спасибо, спасибо. Это нормально, что меня стример пугает больше игры? Я же говорю, не я пугаю, не меня хорроры пугают, а я пугаю. Идем дальше. Хотя, знаете, я, наверное, буду стримить хорроры и пугать вас сам. Что изменилось? Хнычит вот эта штука мутированная. Может, мне надо потыкать по кнопочкам? Нет. Гроза в начале мая. Оу, прикольно. Вздрогнул, да, реально. Вздрогнул. А я признаюсь, прикольно. А давайте поиграем в котика Марио, там не страшно. I can hear calling you from. Ё-моё. Интересно. А мне нравится, слушайте, прикольно, прикольно. Я искал ее, она пропала. Давайте смотреть в окна. Скорее всего, там какая-то красавица. Ну что ж, я думаю, я получил все, что мог. Уходим. I can hear them calling to you, to me from. Откуда тебе звонят? Прости меня, Лиза. Монстры внутри меня. Интересно.
кто-то купается. Такое ощущение, как будто там кто-то расчленён какая-то висит. Я надеюсь, детеныш спит. И не придет на это смотреть. После того, как отец убил всю семью, он повесился. Ясно. Угадай, что в холодильнике? Майонез. Идем дальше. Яблочное повидло у меня такое же. Я так понял, чем дальше мы проходим через эти двери, тем веселее картина. 23:51. Ну да. Ладно, уходим. Так. Я что-то упустил только что. Ясно. Чувак, с таким покерфейсом круто в покер играть, да? Ну, по сути, я так и буду. По крайней мере, пока что. Пока что-то интересного не произойдет. Короче, может, здесь что-то надо узнать. Не пойму, игра не страшная или просто... Да. Кстати, как ни странно, но в демке можно проиграть. Лол. Резко оборачиваемся.
Короче, здесь кого-то утопили. Пульт даже дергается. Проходим опять. Непонятно. Интересно, у меня может... Когда ты проходишь через такие места, моя голова радуется. О, как... Не знаю, на кого он похож, но явно ничего хорошего там точно нет. Ладно, идем. Какой контраст после аниме, да? Что-то я явно не нашел. Может, она... Hello. Hello. Буква пропала. Хло. Ло. О. О. Я пошел. Походу она меня сейчас поймает. И будет мне больно. А нет, убежал. Так. Hello. Я прям жду, когда он меня поймает. Зацикленная комната просто не контрится, да. Опять 23:59, опять эти вопли. Выкидыш молчит, если ничего нет. Может ее под холодильник затащить или в ванную, не знаю, но сейчас походу она придет, я пойду с ней разговаривать. Ее нету. Может, телефон? Ты просто не убежишь от себя. Ты хочешь сказать, я есть тут маньяк? Надо тише говорить, точно все спят. Она где-то рядом, она меня сейчас поймает. Там вообще какие-то вопли, музыка типа нагнетает. Этот перестал ныть, но это что-то там.
Не, ну графика и звуки просто шикарные. Другому не скажешь. Я что-то где-то пропускаю. Только где и что, непонятно. Это все сентябрь, да? Это все сентябрь. Блин, что я пропускаю? Что? Hello. Я на самом деле уже много до чего догадался. Интересуют меня следующие моменты. Если вспомнить те засечки на стене, это, мягко говоря, намекает на миллионы раз хождения туда и сюда. Тишина внезапно. Буквы собирал. Какие-то буквы собрал, да. Кстати, надо отдать игре должное. Я впервые вздрогнул за, не знаю, лет 10 от чего-то. Слишком уж я был сосредоточен. Прикольно. Мне определенно нравится эта игра, только вот меня печалит то, что я не могу ее пройти. Дальше. Где-то что-то я пропускаю, вот прям вот явно. Мало кто может пройти. I calling from. Хорошая. Нет. Ну что ж, я был прав насчет окон, кто-то появился. Ну почему она снаружи? Не показалось ли, кто-то по лестнице спустился? Показалось, наверное. Наблюдает за мной клёво. Уже казаться началось. Да, неприятно. Добей уже этого недобитыша. Он надоел орать. Да я бы с радостью, только он что-то не затыкается.
Это ведь ты за мной наблюдаешь, да, сволочь? Привет, Фокс Маннер. Наткнулся. Чё за игра? Пяти. Да кто там? Я покажу, наверное, эту картинку. Он говорит, нашел мою клаву. Ведь не поспоришь. Ты уже здесь. Ладно, уходим отсюда. Идем. Идем, идем. Что-то я опять упускаю. Давайте подумаем. Hello. Ничего не происходит. Такое ощущение, как будто мужик заперт просто внутри своего сознания, обожрался таблеток и помер. А если не помер, то он до сих пор его штырит. Интересно, кто первый сдастся и заспойлерит. Это будет как с Адом Данте 8 часов. Не надо. Еще раз посмотрим сюда. Зрители рыдали, ну да. Что оно мне звонит из ада, это я понял, как бы. Гарнитура? Нет, у меня только контроллер подключен, да. Как и позвонить, а вот как?
Ясно, одиноко, тогда звони. Дверка-то закрылась, кстати. Давайте, знаете как? Бред, конечно, но мне кажется, то, что надо. Ну-ка. Сейчас будет что-то интересное. Я думаю, что они пропадают, эти буквы, почему там этого слова не хватает. Часах 00. О, реально, смотрите, 00. Мы продвинулись. Но мне не нравится то, что там каких-то демонов призывают, что ли. На какой? Субтитры. Не включаются. Короче, опять же, одни и те же звуки, те же цифры. Ясно, понятно. Можно с кем-нибудь поговорить? Нет. Клёвая гифка. Воды нет. Эй, а куда это дели? Выкидыш этого. Это шиворот на выворот сейчас хожу. Сейчас есть. И сейчас нет. А где мое отражение? Его нет.
Картина пропала. По-моему, ему плохо. Крутой момент. Отлично. Все дальше и хуже, да. 'Интересный. Я что, получается, по кругу сейчас бегаю? Привет. Вот вам ночью смотреть нечего, а? Собственно, как и мне. О, что-то валяется. Ну, и чё? I'm talking.
Короче, тут кого-то я там, того. Что-то вырезали, что-то отрезали. Не поворачивай обратно. Ладно, не вопрос. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Ха-ха. Ну ладно. 10 месяцев назад. Идем дальше. Что за игра? Это PT. Playable teaser. О, наконец-то. Времени, кстати, вообще нету никакого. Идем к отдельному светлому будущему. Если, конечно, придем. Привет, что-то поздновато. Привет, Фед. Ну да. Угу. Просветление, однако. Ноль-ноль-ноль-ноль. Коммунизму, к светлому будущему, да, вот мы туда идем. Фред Димулька. Что-то весь экран исказился. Опять я, опять тут. Только тараканов нет. Это по игре, да, это игра такая. У меня есть фонарик. Мы в этой комнате. Субтитры выключены.
Как их включить там? Ну вот, включены. Вроде включено. О, пакет. Привет, пакет. Бесполезный какой-то пакет. Че, реально никакой? Это неинтересен мне. В пакете какой-то орган. Или что? Вот так вот. Пакет забил на нас. Опять. Ты смотрел, да? В первый раз играю. Клёво. Время наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Удачи и страшного прохождения. Шпасибо. Всем сладких снов. Давай, давай. Что-то не то я сделал, наверное. Время снова вернулось вспять. Вода опять капает. В чем сейчас смысл? Понятия не имею. Мне все время кажется, что там кто-то стоит вон там. Почему так мало FPS? Потому что качество не премиум, а оно выдает только 30-очку. Что-то я не так делаю.
12. Знаки, голос. Да, вся игра такая. Вот отсюда звуки издаются. Давайте послушаем. Ясно. Я расстроен. Знаете, как вариант была вот эта вот Алиса, муж ее убил, спорол живот, вот это чудовище вытащил, кинул сюда. Как вариант. Что-то я где-то упускаю, вот. Только где? Что-то не так, что? Чихнуть хочу. Но превознемогаем. Или превозмогаем, неважно. Дошел до самой тяжелой части. Мы голову ломали 2 недели, как пройти тут. Прикольно. Где-то тут прям вот. Вот она. У тебя ноги трясутся? Да, да, точно. Весь трясусь. Идем дальше. Опять 23:59. Что-то я пропустил. Сейчас я дойду до сюда, будут бить часы. Может и нет. Такая интеграл, нет, это первое прохождение. Привет, Буравчик. Я видел, как Мантикор это мучил часами. Даже призраки боятся стримера, ну так. В
Он 3 дня проходил этот момент. А я его прошел или нет? Я иду сюда, смотрю на часы, иду обратно. Она там. Смотрим на вот это. Какой-нибудь звук хоть издай. Нет, не хочет. Допустим. Skittles. Как бы ты его назвал? Я бы назвал Мишуткой. Тряси для меня. Это все. Ай-яй-яй. Это я что, проиграл, что ли? Это же вин, в смысле? Ты маньяк с железными яйцами. Но я такой. Привет, что за хоррор? Привет, темп 57. Это 5. Пакетик. Пакетик. I walked. I could do nothing but walk. And then I saw me walking in front of myself. But wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Это все, что ты сказал? Даже не вздрогнул, мужик, да. А ты на фуллскрин? Да, на фуллскрин, ребят. Все для вас. Все. Пакет со мной разговаривает. Крыша моя, видать, поехала окончательно. У меня идея на миллион. Ставим вебку перед пакетом и открываем заявку на Prime Time. Поздравляем, вы в миллионере. Я, кстати, подумал об этом, но
У банки-то не будет ни одного шанса. Оставим, пусть. Пусть живет. Что-то ведь надо делать здесь. Здравствуйте, сразу доброй ночи. Пойду из кроватки, из кроватки смотреть. Привет, Малибум. Это ужастик, поэтому аккуратненько. Хотя, глядя на меня, можешь чувствовать себя уверенно. Привет, Лугони. Эта игра эксклюзив для PlayStation 4, так что, ребят, как бы... Если хотите поиграть, то... Кстати... Привет, Алекс Элит. Знатно домик делали. Да, офигенно. А ты на комп ищешь? Не, нет, такой игры на компе нет. Только PlayStation 4. На коробке тизера нет? В смысле, на какой коробке? На Xbox, на каком Xbox нету. Привет, Агротех. Xbox вообще, по-моему, не очень. Так. Где-то эта дура лазит. Она должна меня убить. Наверное. Где ты? Странно. Или вернуться? Теперь мы знаем, что у тебя есть консоль. У меня есть PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Sega, Dendy, Nintendo. Все есть. А ты уже видел финальный ролик? Нет, я не видел ни ролик, ничего, и ни прохождение, все в первый раз. Что-то я не так делаю опять, знаете. Что-то не хватает. Что-то не то. Даже я волосатый бородатый дядя сплю в борцовке. А ты на компе играешь? Не, это PlayStation 4. То есть вот. Вместе с PlayStation я купил Destiny. Один из нас и вот это вот. На финалке бомба. Маловарня 4, да. Недавно купил, позавчера. Ну тебе же не спойлерили, чего нужно ждать, или ты просто бесцельно бегаешь? Мне наспойлерили? Мне никто не наспойлерил. Я не считаю ничего. Теперь понятно, от чего такое качество. Destiny стримить будешь? Я, наверное, все постримлю. И Destiny, и Last of Us меня просили.
Мне надо ее найти. Ты недавно купил, ну, говорю, 2 дня назад. Нет, вчера купил. Да, вчера купил. Вчера купил. Вчера же был понедельник. Как раз после прайм-тайма. Я был рад, что это все кончилось наконец-то и сделал себе подарок. Будущему дыре. Ничего нету. Я жду времени, когда часы стукнут. Я уже поговорил с каким-то пакетом. Она где-то должна быть, вот где. Потусим рядом с зеркалом. Сколько отдал за плойку с играми? Под тридцатник. Ну там, плюс я еще подписку купил годовую. И еще несколько игр купил. Не здесь. Вот этот самовыродок, что с ним делать. А вот насчет всяких Авито и срок, я, ну, лично я не советую брать, потому что если брать такие вещи, лучше брать новые. У меня на пультике до сих пор эти не отклеены. Вот эти вот фиговинки, видите, вот эти. Кстати, о Prime Time, за тебя пришлось снова проходить кампанию в Disciples, ну, что замечательно. Я делаю не так. Покорми его. Я возьму вот этот тухлый банан. Кстати, видите, недоеденный. Типа переспелый.
допустим. Комнатка изменилась. Слегка. Так, это что? А, нормально. Мне показалось, не работает. Six split. Я нашел свою воздыхательницу. Одну из. Почему она вертится, как в центрифуге? Я не знаю. Она увидела меня, у нее истерика, эмоции через край, понимаешь? Давайте пойдем на нее. Она ушла. И что, плохо? Может, скоро надо было вызвать? Не знаю. Шел бы на нее, хочу смерть увидеть. А, блин, это была бы смерть. Ну, ладно, извиняйте, уже не успел. Ну, я пытался. Нет, не иди, мне страшно, но... Это знаете, что мне напоминает? Мое детство. Мне с детства снился всегда один и тот же сон, где-то 6 лет подряд. То есть, как только я появился на свет, то есть, хоть как-то там соображать начал, ну, это еще до года уже было. Вот. Мне снился один и тот же сон. Тьфу ты, блин. Вот, опять я вздрогнул. Вот. И сон был не из приятных. Вот. Опа, первый раз в этой игре такой резкий скример вижу, да. Привет, плей-офф, о чем я говорил? У стримера есть эмоции, я знал. И есть, есть. Конечно, есть. Я просто начал вспоминать свое детство, и у меня это сразу вспомнилось. Сон 6 лет, да. Даже больше. Короче, начиналось все с того, что я засыпал, конечно, не хотел. Но меня убаюкивали, в итоге я вырубался. После этого... Два раза за стрим вздрогнул, да, кстати. ГЖ. После этого я оказывался в какой-то комнате или в каком-то коридоре. Я шел. Заходил в какую-то непонятную комнату. Там светил какой-то свет. Не помню, то ли зеленый, то ли белый. И там было что-то такое в черном балахоне. Не пойми, на что похоже, я не помню лица. И это что-то перемешивало что-то в котле. И когда я заходил, оно меня приветствовало, говорило, типа, иди сюда, посмотри, что я тут делаю. Ребенку еще года не было. Мне. Смотрю в этот котел. Там головы всех членов моей семьи,
не потрясение, а это было мое детство. И вот оно их как крутит вот этой фигней, и мне что-то рассказывает. А у меня ступор, у меня просто шок, я не знаю, не могу ничего сказать. Знаете, это состояние, когда хочешь крикнуть, а голоса нет, то есть перехватило. Ты стоишь, просто паралич. И вот так каждую ночь было. Каждую ночь я не хотел засыпать. Каждую ночь я оказывался в этой комнате. Каждую ночь я слышал какие-то истории. Причем каждый раз эта фиговина со мной разговаривала на разные темы. И каждый раз мне приходилось это наблюдать. Потом сны прекратились. На какое-то время. И вот, когда мне было где-то 13 лет, мне сон приснился снова. Все то же самое. Я зашел в эту комнату, я уже знал, что меня ждет. Я видел это чудище. Я видел этот котел, я видел эти головы. В каком возрасте? До года. И потом еще 6 лет, потом дальше. В итоге я смог перебороть свой страх, я сломал в себе все эмоции, я схватил это чудище и кинул в котел. После этого я начал сидеть, и этот сон мне больше никогда не снился. Вот как-то так. То есть я переборол себя, поломал себя полностью, лишь бы всех спасти. Так вот. Сновидения бывают и такие, но не 6 лет подряд. Понимаешь, каждый день. А как ты все это запомнил? Как я все это запомнил? 6 лет подряд. Каждый день я видел этот чертов сон. 365 дней в году, блин. Каждый раз, когда закрывал глаза, просто я закрываю, я там. Хожу как у себя дома, блин. Волосы стали сидеть в 13, да. А почему у меня out of range? Сейчас, секундочку. Звук пропал, да? Да, сейчас стоп-старт сделаю, секундочку.